вооружение, ну, то есть автоматы. Ну, там немножечко мух. Вот. Ну, мы их достойно встретили. Сожгли там порядка, наверное, 4 БТРов, БМПшек. Подожгли там. Народу перебили ихнего, мама дорогая. Из 206 человек, которые держали Ямпольский блокпост, пришло в Славянск человек 70. Из нас сделали отдельную роту, как-то резервную роту Стрелкова непосредственно. Вот. И, короче, поставили нас охранять город Николаевку. Город небольшой. Вот. Мы там простояли около 2 недель, оборону держали. Потом нас оттуда выдавили тяжелой артиллерией и бронетехникой. Там была страшно. Там, я просто так скажу, по 8 утра приблизительно первый выстрел попадает в длинную пятиэтажку. И подъезд садится сразу на глазах. А мы были глазами, короче. У нашего блокпоста нижнего мы были глазами у него. Потому что блокпост получался в низине, а мы стояли на высотке. И нам было видно весь город. Ну и как бы, и мы так территорию сзади себя контролировали. Там зеленка, поля. Вот, выстрел, дом лег на глазах. А потом начался массированный такой обстрел. Били савушки и били по поселку. Прямо по мирному населению. По позициям вообще не били. Били по шахте и по поселку. 50 снарядов. Вон и погреб, и кухня, и сарай, и все погорело. И вон и окна повыбивало. Останешь ни с чем. Все. Все, что было, все сгорело. В основном бежим куда? В подвал. Начинают стрелять, куда бежим? В подвал. А теперь некуда вообще даже. Даже убежать теперь некуда, я не знаю. Да хорошо, что никто там не сидел. А если бы тут не спали, да. Это вообще было. Ну вот, куда упал снаряд, дело выбило взрывной волной стекла. Вот здесь будет налажен пункт раздачи гуманитарной помощи для населения. Теплая одежда, питание, разумеется, детские вещи. То есть все, что нужно по сезону, и это все будет раздаваться. Все, что приходит из России, собирают там местные в других городах, это будем раздавать по мере необходимости. 5 месяцев не платят зарплату. Кормимся за счет того, что на огороде вырастили. Да, и то вон, все, что было у людей, уголь, какая-то закрывачка, все вон, дымится. Шахта держится на плаву за счет энтузиазма рабочих. Их вот работает 40 человек, ходят, поддерживают просто на плаву, откачивают воду, постоянно под обстрелами, ремонтируют кабеля. Дай бог здоровья нашему энергетику и главному механику Мараслепу. И все, несколько слесарей, несколько горнорабочих. Так и держимся. Обстреляли, пошли ремонтировать. Обстреляли, пошли ремонтировать. Ремонтируем, стреляют. Спрятались в подвал. Отстрелялись, опять полезли ремонтировать. И вот так уже 4 месяца. Я с Крыма. И не скрывая этого ничего. Приехал сюда просто так, по зову сердца и души. Оставил бизнес у себя дома. На жену. Жена занимается бизнесом, дальше продолжает мое дело. А я приехал сюда защищать вот этих вот людей обездоленных. И мы сюда приехали не за деньги. И платить там их никто не собирается. Мы приехали сугубо на добровольных основах. До конца будем стоять. До ихнего случая. Да, не до нашего, а до этого, до ихнего, до укроповского конца. С нами Бог, и мы выиграем эту войну.